Казань, а именно Казанский федеральный университет, посетили некогда школьники, а сегодня уже выпускники университетской школы Елабужского института. Два 11-х класса, 50 молодых людей и девушек из города Лисичанска Луганской Народной Республики познакомились с историей и культурой одного из старейших вузов России. Кто-то приехал впервые, а кому-то эти пейзажи стали уже родными. Я уже здесь не первый раз в Республике Татарстан. В прошлом году я посещал эту республику в рамках университетских смен, тоже Елабужский институт и университетская школа, и экскурсии по местным достопримечательностям. Я приехал сюда и поступать в институт, и, скорее всего, работать, и жить дальше здесь же, уже после обучения в Республике Татарстан. Нам рассказывали, что мы сюда приедем, у нас в том году тоже сюда приезжали друзья, и нам рассказывали, что здесь очень красиво было, им понравилась экскурсия. В Казани я в первый раз. Но вообще в Республике Татарстан я бывал на лагере. Солнечно там было, возили нас. Вот мне тогда тоже понравилось нахождение, поэтому когда там предлагали поездку на обучение в Елабугу, я сразу же согласился, потому что как раз компания новая появится, друзья, знакомые будут новые. И было интересно тут очень хорошо проводить время, много музеев было интересно. Нас все время куда-то водили, мы в общаге мало времени проводили. В январе 2023 года школьники из Луганской Народной Республики по приглашению правительства Республики Татарстан прибыли в Казанский университет продолжать обучение. Учащихся сформировали в два класса. За все это время они смогли не только наверстать упущенную программу, но и освоить дополнительные навыки. Приехали 50 обучающихся, чтобы закончить обучение в мирной обстановке, ну и, конечно же, уже познакомиться с традициями и культурой Татарстана. Ребята посещали различные музеи. Благодаря нашему генеральному директору Елабужского музея-заповедника нам все двери в музее были открыты. Ребята смогли познакомиться с историей города, с историей региона. Также мы ездили в соседние города. Мы съездили в Менделеевск. Теперь вот у нас поездка в Казань. Ребята очень радуются, очень они довольны, что узнают побольше что-то о этом регионе. Обучение было нормальное, интересное. Было хорошие учителя, нам все объясняли. Потом могли очень хорошо догнать программу, потому что мы отстали. По словам классного руководителя, 35 выпускников из 50 планируют продолжить свое обучение в Татарстане, а именно в Елабужском институте. Трое в Казанском федеральном университете. Ребята, чтобы продолжить свое обучение и получить высшее образование, в основном выбрали наш Елабужский институт. Это и педагогическое образование, лингвистика, декорирование интерьера и графический дизайн. В общем, направления разные и очень интересные. Также в КФУ, сюда, в Казань, собираются поступить 3 человека. В основном это Институт международных отношений и Институт физики. Для выпускников школы была подготовлена обширная программа, чтобы ребята смогли осмотреть достопримечательности города, задать вопросы об интересующих направлениях подготовки в Казанском университете и прочувствовать уже знакомую атмосферу уюта. Знакомство с вузом стартовало в Музее истории. Далее гости университета направились в ректорский дворик. Карина Саяхова, Александр Антонов, Универ Новости. We'll be right back.